He knows what cards you have, just as surely as if he was looking at them. You want to find the zone? You put in the hours. Так неожиданно с гимна Казахстана начинается наша сегодняшняя трансляция. Зульфия Шиншанло, чемпионка мира в весовой категории до 53 килограммов. Вчерашний триумфатор. Только сегодня получает свои заслуженные золотые медали. И, соответственно, чествование Зульфии предваряет сегодняшний финал. Итак, телекомпания НТВ Плюс начинает свой рассказ о третьем дне соревнований на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Париже. Сегодня только девушки весовой категории до 58 килограммов разыграют медали. Ну и, к сожалению, сегодня по-прежнему нету российских участников, поэтому каждый волен выбирать, за кого ему болеть. Отмечу лишь, что наибольших успехов в этом весе добивались пока китайские спортсменки. Действующие мировые рекорды принадлежат, соответственно, в рывке Чен Якинг 111 килограммов, в толчке 141 килограмм Ки Хонг Мэй и, соответственно, в сумме 251 килограмм. Также на счету Чен Якинг, дважды олимпийская чемпионка Афин и Пекина, но сегодня мы ее не увидим. Впрочем, под первым номером готовится выступать чемпионка Азии Ли Чиинг. Вот она. Ну и, кроме того, чемпионка мира 2009 года. А в прошлом году в Анталии золото выиграла также китайская спортсменка Дэнг Уэй. Она первый номер мирового рейтинга на данный момент. Но в этом чемпионате мира она участие не принимает. Знакомит нас с остальными участницами. Соответственно, китайская спортсменка Сиркаев. Представительница Северной Кореи Жо Пок Янг. Бронзовый призер Олимпийских игр. Чемпионка Азии Хеделин Диас. Представительница Украины Юлия Калина. Бронза чемпионата мира 2009 года. Пятая была в 2010. Чемпионка Европы 2010 и 2011 года Анастасия Новикова из Белоруссии. Кроме того, серебряный призер чемпионата мира в Анталии. Александра Клиновска-Крыжеванска, польская спортсменка. Третья была на чемпионате Европы в этом году. Следом Мария Александра Эскобар из Эквадора. Бронзовый призер чемпионата мира 2010-го. Кореянка Чунми Джонг. Джаклина Эредиа, представительница Колумбии. Ну, кстати, про Джонг, наверное, надо сказать, что она в этом году была серебряным призером чемпионата Азии вслед за Ли Ксиинг. Ну и, наконец, замыкает группу сильнейших представительница Тайваня Синг Чун Хо. Вот заявочные веса. Мы видим, что у Хо 207,5. И, в общем, такая заявка, на самом деле, сильно отличающаяся от всех остальных. Ну, а Ли Ксиинг заявила 200...
37 килограммов. Вот смотрим, как распределялись чемпионы в прошлом году. Ну и, наконец, мировые рекорды, о которых я уже упомянул. В первом упражнении в рывке, а также в сумме двоеборья действующая мировая рекордсменка, дважды олимпийская чемпионка Чен Ян Ким. Ну и, соответственно, уже, естественно, выступили группы Б и С. Это вот нам показывают запись. Причем, видите, даже с какой-то техническим тайм-кодом, который пытается закрыть. И не зря показывают эту девушку, Ромела Бегаш, представительница Албании и серебряный призер чемпионата Европы. 213 килограммов. Это лучший представитель, соответственно, из тех спортсменов, что уже выступил. 100 килограммов в рывке и 113 во втором упражнении, толчке. Вот этот такой ориентир. Ну и результат, который должны вроде бы побить все участницы из группы сильнейших, из группы А. Ну и кто у нас будет начинать? Александра Клиновска. Спортсменка из Польши. 23-я в мировом рейтинге на данный момент. 86 килограммов. Ее лучший результат в этом упражнении в этом году. Чемпионат мира начинается с 88. Опытная спортсменка, ей 29, стукнет уже в декабре. И первый, так сказать, пробный вес берет с легкостью. Впрочем, посмотрите, сколько нервов и сил было потрачено на вот эту попытку. Ну, явно трудно начинать. Просто начинать группу сильнейших открывать, каким бы ни был вес на штанге, до рекордов очень далеко. Еще раз напомню, 111 килограммов рекорд в этом упражнении. Даже юниорский рекорд, который принадлежит Дэн Квей, чемпионке юношеских олимпийских игр в Сингапуре прошлого года, 110 килограммов. Ну и в этом году, между прочим, Дэн Квей, который сейчас нету, на турнире показывал 110. В первом упражнении 133, во втором. В общем, до сих пор этот июньский ее результат лучший в мире. Ну, по идее, сейчас пик сезона, и на чемпионате мира, конечно, должен быть он перекрыт. Сейчас на 90 килограммов выйдет представительница Тайваня. 13 номер в мировом рейтинге, 92 ее лучший результат в этом сезоне. Ну и девушка 93-го года рождения. В конце этого месяца ей стукнет 18 лет. Понятно, что может она не только на Лондонской Олимпиаде выступать, но и через 4 года в Бразилии тоже. И снова видим на помосте Александру Калиновска. Ее следующая попытка на 90 килограммов. Да, не, ну какие-то, видимо, локальные все-таки задачи решает. С такими весами бороться за призовые даже места очень-очень сложно. Ну, еще, кстати, два юниора есть. Но когда они появятся, я заострю внимание на представительца Северной Кореи и Филиппин. 92-91 годов рождения. Но Клиновска справляется с весом 90.
И вот сейчас 92 на штанге. И как раз, наверное, мы увидим филиппинскую юниорку Хиделин Диас. Польские тренеры делают заявку. Заявка Клиновской. Да, вот она, Хиделин Диас. Мой транквила. Ее лучший результат в этом сезоне 95 килограммов, так что, ну, 92, наверное, такой вполне рабочий вес. Вот, вот она, Хиделин Диас. Фиксирует не без напряжения. Мы видим три белых сигнала. Все три арбитра засчитали попытку. Вот здесь, видите, такой был, в общем, момент немножко напряженный. Но поскольку действительно вес рабочий, многократно на тренировках брался, Хиделин Диас справилась с этой ситуацией и 92 в свой актив записала. Следующая на 92 килограмма представительница Эквадора, похоже. А, колумбийка. Жаклин Эредия. Седьмой номер мирового рейтинга. Была второй на панамериканских играх 2011 года, где показал как раз 96 в рывке. Смотрите, такая техника буквально, ну, практически без паузы, вот сразу выпрямляет ноги. Ну и что, 92 у Александры Клиновска. Как-то очень быстро эта польская спортсменка отвыступала. Практически уже... Собственно, мы видели всего 6 успешных, 5 успешных попыток. Вот шестая. Одним участником меньше. Ну, вот видите, тут пришлось выдержать паузу, поймать равновесие. Александра Клиновска заканчивает. Все-таки засчитали ей этот вес 92 килограмм. Заканчивается показатель 92. Ну, видимо, вот такова ее готовность на сегодня. И та синица в руках уже у польской штангистки присутствует. Ну, а я смотрю, заявили очень серьезные веса. Прежде всего, чемпионка Европы Анастасия Новикова 100 килограммов и 103 китаянка Ли. То есть, в принципе, вот сейчас они могут еще порелаксировать минут 15, подготовиться к выходу на помост. Пока тут с весом 94-95 будут возиться все остальные. 94 у тайской спортсменки Хо. Ну, если возьмет 94, то будет рекордным весом в этом сезоне. Еще раз напомню, девушки пока еще 17 лет. Несовершеннолетняя. Ну,
крепким напиткам подпускать нельзя, однако штанги весом 94 килограмма спокойно. Смотрите, играючи справляется. Видно, что запас-то у нее по физической форме большой, но вот, конечно, может не хватить психологии, чтобы на чемпионате мира бороться с лидерами сезона. Ну, в любом случае, личный рекорд уже побит. ...94, следом 95. И тут большая группа участников. Вот прям начинаем. Пимсири Сирикаев. Восьмой номер рейтинга. 75 всего лишь было в этом сезоне. Нет, пардон, 41-й номер рейтинга, восьмой результат был на чемпионате мира прошлого года. Сезон явно для этой спортсменки складывался неудачно, но вот, видите, на чемпионате мира готова минимум на 95 килограммов в рывке, хороший результат. Дальше у нас две юниорки выходят на помост. Представительница Северной Кореи. Хьян Джо Пок. Ей совсем скоро исполнится 19. Ну, по крайней мере, уже 18-летняя. Уже совершеннолетняя девушка. По крайней мере, не знаю, по российским законам. Там в Северной Корее 95 килограммов. Ну, видно, что не так она уверена в своих силах, как тайская штангистка Сирикаев, вот буквально минуту назад оставившая помост. Ну, что касается техники и физической готовности, здесь все в порядке. Ну и, соответственно, тренер выбирает следующий вес. А у нас на помосте Мария Эскобар из Эквадора. Самая опытная из участниц этого финала, 80-го года рождения, то есть ей уже 31 год. Пятый номер рейтинга, четвертое место на чемпионате мира 2010 года в Анталии. И первая неудачная попытка, которую мы наблюдаем в сегодняшних соревнованиях. Кстати, я смотрю, Клиновская, это 92 попытку тоже не засчитали. Вот на сайте, по крайней мере, онлайн-табло. Хотя мы с вами помним, что там было два белых фонаря, один красный, но в итоге 92 красный. И итоговый результат Александра Клиновской, польской штангистки, которая открывала сегодняшнее соревнование, только 90 килограммов. Чун Ми Джонг. Северная Корея, 95 с легкостью. Серебряный призер чемпионата Азии. Там 92 килограмма был ее результат в первом упражнении двоеборья. Зато 130 она показала во втором упражнении. Так, если посмотреть на результат китаянки Ли, у нее было 107 плюс 128. Соответственно, проиграла целых 15 килограммов в первом упражнении, но зато во втором опередила. Это был лучший результат. Такой вот специалист узкого профиля, можно сказать. Эделин Диас из Филиппин. Все те же 95 на штанге. Right now,
Да, ну вообще, конечно, все-таки странно. Обидели польскую штангистку, почему же не 92 не засчитали попытку. Помните, она там долго-долго так застряла в приседе. Ну ладно, смотрим дальше. Хеделин Диас неудачно, Жаклина Эредия. Интересно. Хорошо слышно тренера, что говорят. И подсказка перед выходом на помост. Прежде подумай. Ну, в общем, в голове нужно эту попытку уже совершить. И затем уже браться за гриф. Эмоциональный тренер, ну, в принципе, и сама спортсменка. Такое ощущение, что она мировой рекорд бьет. Так готовилась тщательно, практически до последней секунды она приноравливалась к хвату, бралась за гриф. И потом такая тоже эмоциональная попытка. Ну, взяла 95, пока третий результат у нее. Мария Скобар, которая не справилась в первом подходе с этой штангой. Получилось на этот раз. Еще раз напомню, что это ветеран, можно сказать, сегодняшних соревнований. 31 год этой девушке. Выигрывала панамериканские игры в 2008 году, в 2009, в 2010. На Олимпийских играх в Пекине была пятой. Ну а теперь Хеделин Диас, которая не справилась с весом во второй попытке. Вот сейчас его берет. Номерок отвалился, видите, остался вот этот белый кружочек. Ну что ж, заканчивает она свое выступление. Это уже третья попытка с весом 95. Ну, а теперь мы видим Юлия Калина. Готовится, но на помосте вес 96 будет штурмовать самая молодая сегодняшняя участница. Го. Да, ну она заканчивает на 94. Стал быть, пропускает вперед Хеделин Диас. Но опережает Клиновскую. Ну, сразу такой достаточно жесткий разбор. Что дальше? Снова Скобар. 96. Калин-то 97 готовится взять. 96 этот вес только заявила Мария Скобар. Практически не было перерыва на отдых. Может быть, перенести попыточку, а?
Вот достаточно сейчас заявить на килограмм больше, и будет сразу, ну, как минимум еще минута. Вообще, судя по лицу, она и с этим-то весом, если справится, то чудо будет. Ну, вот совершенно спокойно разминается китаянка Ли. Да, и действительно, Эскобар переносит вес на 97 килограммов. Юлия Калина на ваших экранах. Представительница Украины, чемпионка Европы для молодежи до 23 лет прошлого года. На взрослом чемпионате мира в прошлом году была пятая. А два года назад бронзовый призер чемпионата мира взрослого. Хотя Юля 88 года рождения, стало быть, 23. Вот совсем недавно ей исполнилось. Но уже в 21 год заработала бронзу. И в том же 2009 была серебряным призером чемпионата Европы. Ну вот первая попытка, 97, вполне успешна для Юлии Калины. Еще напомню, белорусская Анастасия Новикова есть, за кого мы можем переживать, да, за наших соседей. А вот на Жаклин РД смотреть без слез невозможно. Борис, говорят, колумбийки. 95 на ее счету. Интересно, а куда Эскобар делась? Еще перенесла, что ли, попытку? Ну, посмотрим. Ну, вот потому, как она стояла там за этим занавесом, готовилась к попытке, было, в общем, наверное, видно, что не справится. Не готова на большее сегодня. Колумбийка Жаклин Эредия, 95 остается в ее активе. Ну, а китаянка разминается. Китаянка Ли, заявившая начальный вес штанги 103 килограмма. У нас уже 4 участника из 11 закончили первую попытку, первый вид соревнований. Да, Эскобар переносит еще, и поэтому Пимсири Сирикаев, спортсменка из Таиланда, разминается. И сейчас выйдет на 98. А вот и нет. И тайский тренер тоже совершил этот тактический маневр. Добавил килограмм к штанге. 99 будет штурмовать Сирикаев. А Эскобар приходится бежать на помост. Ее очередь. 98. Ну, тут тактическая борьба, без нее, естественно, никуда ни один турнир не проходит. Так, самая опытная участница. Самая молодая уже закончила весом 94 килограмма, самая опытная вот сейчас. Первая попытка была неудачна на 95, затем справилась с этим весом. И попытка номер 3. Но это явно выше ее сегодняшних возможностей. Хотя 99 брала на панамериканских играх. Выиграла она панамериканские игры в этом сезоне. 99, сейчас 98 не справляется. Но вот теперь уже 99 из серии Сирикаев из Таиланда.
этом еще во время первой попытки я говорил, что она свой собственный рекорд этого сезона побила сразу на 20 килограмм. Вот еще 4 добавляет. Такое очень атлетичное сложение. Я бы даже сказал, что мужская фигура этой тайской штангистки. Пока это лучший результат. Встань до конца. Добрый. Ну вот Юлия Калина появляется. 100 килограммов, 97 она взяла. Интересно и тренера как раз подслушать. Потом и белорусского тоже будем. Стой! Как-то немножко нервно, мне кажется, она к этой попытке подошла. Чуть-чуть засуетилась в этом начальном движении. Ну, 97, по крайней мере, у нее есть в активе. Вот сейчас 100. 100 не справляется. Что дальше? Кто-то еще на сотне есть? Нет. Ты только пахи все. А здесь тягу вот сюда сделала, по телу подниму и все. Ну, потерпи вот здесь. Встала, подреби. Не сделала. Ну, надо 100. Ну, действительно, 100 надо, но получается, что следующий снова должна выходить Юля на помост, потому что остальные ее соперницы заявили уже веса выше. 101 у Сиркаев, у Бриянки Жо, у белорусский Новиковой. Я собралась, подумала, что вот эту не пропустить только хорошо, и руки, но надо 100. Ты же понимаешь, хорошо? Все? Да. По стойкам соберись. Вот еще минута 10. В принципе, могла еще немножко с тренером побыть. Вот так ее... Ясно приводит в чувство. Об этом как раз о хвате правой руки наставник говорил. Повнимательней. Потерпи. Встала. Вот что мешало Юле так во второй попытке отработать. Вполне могла она побороться и за больший вес. То есть мы видим, что запас есть. Техника все в порядке. 100 килограммов. Так Юлия Калина заканчивает первый вид двоеборья. Новикова from Belarus. First attempt. Хамир Эссе. Что это вырвало? Потом посидела с ней. Новикова, Беларусь. Надо мне сказать перед этим. Ну что ж, Анастасия Новикова, дважды чемпионка Европы. В Минске в прошлом году, в этом году в Казани. И наш канал показывал казанский турнир, организовывал эти трансляции. 101 килограмм, начальная первая попытка. Анастасия Новикова, 30 лет ей исполнится через каких-то 9 дней. 16 ноября 81 года она родилась, тоже опытнейшая спортсменка. Корейская девушка, вы помните, она и с первым весом-то 95 справилась, ну, прям скажем, с трудом.
Ну, ее лучший результат 93 был в этом сезоне, поэтому, конечно, 101 это, наверное, для молодой 18-летней спортсменки такой солидный рывок. Так, и кто у нас дальше? Вес 101 у еще одной представительницы Северной Кореи Чунми Жонг. Симметрично просто. По одной программе выступают Жонг и Жо. 95 взяли обе, теперь 101. Вот интересно, вы считаете такую попытку? Не засчитали. Также симметрично удаляются получать от тренеров на орехи корейские спортсменки. Ну и третья попытка у тайской спортсменки Пимсирии Сирикаев. Потом снова будут две кореянки, если они не перенесут свои веса. Ну, видите, да, тут уже повело, и, в общем, фиксации не состоялось. Терекаев перенесла попытку, так что молоденькая 18-летняя кореянка Жо вынуждена была спешно примчаться на помост и завалила и третью попытку. Вот что значит тактические игры. Всего-то 1 килограмм добавили тренеры из сборной Таиланда. И сразу выключили буквально одного соперника. Вот сейчас больше пауза у Чунми Жонг. Да, и еще одна корейская девушка отправляется отдыхать. 101 не взяла, ни одна, ни вторая. Ну, а вот теперь 102 на штанге. И это вес для Пимсири Сирикаев. Затем 104 у Насти Новиковой. 103 начальный вес, напомню, китаянки Ли. Второго номера мирового рейтинга. Девушки из Таиланда, это уже последний выход на помост в первом упражнении. Не получилось. Ну и вот теперь мы увидим лидера наших соревнований, такого фаворита, скажем, да, лидерство доказать надо, чемпион Азии. Ли Цюинг, 107 килограммов, ее результат был на азиатских соревнованиях в апреле. Так что 103, можно сказать, разминочный начальный. И единственное, кто может помешать Ли выиграть этот вид программы, это Анастасия Новикова, которая заявила 104 на второй попытке. Новикова, кстати, у нее такая очень грустная, можно сказать, спортивная судьба. Трижды чемпионка Европы. И трижды она проигрывала чемпионаты мира. Оставалась второй. В
2007 году, 2009 и в прошлом году выступала китайским танкисткам на Олимпиаде. Анастасия Новикова в Афинах была пятой, а в Пекине заработала бронзу. Ну, вот сейчас, кстати, что сделают китайские тренеры? Поднимут вес на штанге начальный. В общем, такой дополнительный прессинг, несомненно, на спортсменку. Или надо сразу ее выпускать на помост, на вторую попытку. Время. Все-таки китаянка идет. Ну, Новикова как минимум серебряный призер в этом виде программы. У нее 101 килограмм. Соответственно, только Ли может ее опередить. У Юлии Калины, кстати, вот 100, и пока это второй результат. Так что девушки из Украины, Белоруссии очень неплохо выступили. Соответственно, все спортсменки из Азии остались далеко позади. Вот только китаянка Ли, которая все-таки взяла 103. И она выходит сразу в лидеры. Но это была уже вторая попытка. А вот у Новиковой во второй только сейчас будет 104 килограмма. Те же 104 заявляет китайский тренер. Ну, в общем, действительно, тут нужно посмотреть на выступление Новиковой. Давайте послушаем тоже ее тренера. Держи! Ох, как жалко. Такое ощущение, что неподготовленная попытка. Вот. И еще 30 секунд было на то, чтобы как-то собраться с мыслями. Видите, вот неудача случилась за 32 секунды до сирены, так можно сказать. 104 остается у Новиковой. Китайцы тут же повышают. 108 заявили. Это выше, чем результат на чемпионате Азии. Напомню, было 107 у Ли Ксиинг. Так что Новиковой нужно сразу идти на помост или тоже повышать до 108. Что сделает Анастасия? Пока нам демонстрирует китайскую девушку. Вот и белорусская спортсменка. И, судя по звуку, добавляет веса она тоже. Все-таки добавляет или нет? Вот, вот сейчас стояло до последнего. Нет, оставили 104, почему там так звенели блинчики. Наверное, это кто-то уже разминается ко второму упражнению. Ну, смотрим. 104 килограмма на штанге. Минимум вторая Новикова, но может бороться за малое золото. Еще одна попытка неудачна. Серебро обеспечено, а... Вообще, я не чухаю ее. Как не чухаешь? Не что? Если руки подхватывают, а руки... Так ты руками вот и хватаешь, куда она не идет. Интересный сейчас термин услышали. Не чухаю, говорит я ее. Китаянка Ли, 108 килограммов на снаряде. Я
теперь старались ли тренеры? Можно же было 105 заявить. Сейчас, если не возьмет она 108, то... А, нет, она все равно первая. Да. Она же 103 взяла. Так что, да, вот эта попытка, ну, приблизиться к мировому рекорду неудачная. И, собственно, у китаянки Ли 2 неудачи и только одна попытка зеленая на 103 килограмма. Тем не менее, этого хватает для того, чтобы занять первую строчку по итогам рывка. На втором месте Анастасия Новикова, у нее 101 килограмм, собственно, небольшая разница. И на третьем месте Юлия Калина, у которой 100 килограммов результат после первого упражнения. Ну и сейчас нам, конечно же, эту таблицу продемонстрируют. Мы видим, что спортсменки из Беларуси и Украины совсем близко от лидера, можно постараться побороться. По крайней мере, если вспомнить, что Новикова 125 вырвала на чемпионате Европы в Казани. И хотя это уступает результату Ли, который 128 в этом же упражнении, но тем не менее, в общем, здесь нет такого сумасшедшего отрыва, который, конечно, могла обеспечить китаянка, если бы сейчас... рванула 108 килограмм. Итак, тройка лидеров. Китаянка Ли, белоруска Новикова и украинка Калина. Первое упражнение позади. Ну, теперь мы ждем, соответственно, начала второго упражнения. Можно взять небольшую паузу, минут так 5-7, и затем вернуться на помост уже на второе упражнение, вторую часть сегодняшней соревновательной программы. Вот тоже начинает 118 килограммов, при том, что лидер наших соревнований, ну вот, если говорить о Ли Ксиюн, то она заявила 130 килограммов для старта, ну а Настя Новикова 125. Если вспомнить события прошлого года, то тогда Настя Новикова тоже соревновалась с китаянкой, но с другой, с Дэн Квей. И тогда Новикова китаянку обошла в рывке на 1 килограмм, но вот по сумме двоеборья все-таки уступила, заняв второе место. Сегодня Новиковой необходимо было отрываться от китаянки, и вот эти два неудачных подхода на 104 килограмма, я был в разминочном зале, видел, что Настя себя корила, ну и тренеры белорусские тоже расстраивались по этому поводу, понимая, что если бы 104 килограмма было у Насти Новиковой, то тогда действительно борьба против Ли Ксиюнг была бы более ожидаема. Сейчас, так сказать, нельзя. Диас на помосте, и вес, безусловно, стартовый, 119 килограммов. Поза медали начнется 123-125, вот так. Ну, Диас тоже в юниорском возрасте сейчас пребывает. Поэтому у нее еще есть время для того, чтобы улучшить свои результаты. Вообще,
представительница Филиппин в группе сильнейших. Я думаю, что это первый случай на чемпионате мира за последние лет 10. Эти страны, если и как-то присылали на подобные представительные турниры своих спортсменок, то, как правило, они были только в группе Б, С и так далее. И это уже успех для Диас. Александра Клейновска. Третья попытка. 119. И эта попытка для Клейновска неудачна. Даже любопытно посмотреть результаты, которые были у Александра Клейновска. Ну, например, вот на том чемпионате мира, где она выиграла в 2001 году. 92,5 в рывке. Сегодня у Александра Клейновска 90. И 122,5 она затолкала. Но было это, извините меня, 10 лет тому назад. С тех пор все-таки так общий уровень, видите, результат для победы вырос. Поскольку женская тяжелая атлетика с тех пор, как вошла в состав Олимпийских игр, а было это в 2000 году, очень бурно прогрессировала по результатам первые, ну, 10 лет. Да и сейчас то же самое. То есть там результаты еще растут, если в мужской тяжелой атлетике, наоборот, они так чуть-чуть падают в связи с все-таки более жесткими с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем борьбой с запрещенными препаратами, то женской тяжелой атлетике, по всей видимости, прогресс. Гораздо более заметен. Удачно вторая попытка. Вот и первая попытка была у колумбийки Жаклины Херидиен-Куэста. И тот же вес для представительницы Эквадора Эскобар Геррера. Самая яркая представительница вот, Латинской Америки и самая такая известная и успешная, это, конечно же, Мария Изабел Урутия, которая на Олимпийских играх в Сиднее, где женская тяжелая атлетика только-только стартовала в рамках олимпийской программы, вдруг взяла да и выиграла Олимпийские игры. Конечно же, ей повезло с весовой категорией во многом. Таков уж тогда был расклад, теперь уже в далеком 2000 году. И сразу следом за ней все больше и больше появляются спортсменок из Латинской Америки. Вот видите, даже здесь не только Жаклин Херидиен-Куэста в этой группе сильнейших. Которой всего лишь 22 года. Но и такие опытные, как Мария Александра Эскобар Геррера, которая уже очень давно занимается тяжелой атлетикой. Альтон Пул Дуру Ресиби.
Ей сейчас 31 год. Впрочем, для мужской тяжелой атлетики это абсолютно нормальный возраст для занятий, но у женщин здесь все помоложе. Все, как правило, участницы помоложе. Итак, Мария Александровна Эскобар Геррера отказывается от третьей попытки. И, успокоившись двумя зачетными подходами, 95 в рывке и 117 во втором движении. Филипенко Диас. Доброжелательно благодарит зал, но, конечно, подходом вот это назвать нельзя. Двухминутный секундомер включают для Диос. Нет больше желающих подходить к весу 121 килограмм. Любопытная будет борьба за третье место в этой весовой категории. Я говорил вам уже о том, что албанка Ромелла Бегай, которая выступала в группе Б, имеет третий результат сейчас с общей суммой. Конечно же, до тройки призеров дотянуться не сможет. Но вот украинка Юля Калина, которая четвертая сейчас в рывке, результатом 100 килограммов, будет спорить с Пимзари Сирикаев из Таиланда. Такая маленькая тайская девочка с фамилией мальчика. Так вот, у Сирикаев 99 килограммов результат в рывке. То есть минус один от Юлии Калина. И здесь же совсем недалеко. Минус 5 от Юлии Калина, но была Мария Эскобар Геррера. Здесь уже все закончилось. И точно такой же результат 95 килограммов, то есть минус 5 от Юлии Калина у кореянки Джо. Вот эта тройка как раз и будет разыгрывать бронзовую награду в этой весовой категории. Я все-таки Настю Новикову и Ли Ксиинг из Китая отправляю на спор за золото. Вот уже за последние два дня, когда пока идет этот чемпионат мира, судьи показали, что они умеют работать и выдерживать здесь хронометраж и формат соревнований, формат выступлений. Но сейчас двухминутный секундомер для Акуа включили секунд через 40 после того, как они должны были это сделать. Ну и поэтому Акуа, видите, имеет еще дополнительное время. Решил его так и не использовать штангисты из Тайваня. Засчитают этот подход. Нет, видите, нет. Увы, три красных фонаря.
Но хотя бы судья, который сидит точно прямо напротив такой центральной рефери, вполне мог бы засчитать. Потому что вот здесь вот видно, что так и не выпрямилась Хуа. Казалось бы, никаких дожимов у Хуа особенно не было. Но так есть. Любопытно, что представительница Мальты в центральной рефери Доминиканской Республики и Индонезии. Вот нет ни одного азиатского рефери в этой тройке. Так что здесь... Ну, я имею в виду, что азиатской, не южноазиатской, а североазиатской части. Китай, там где Тайвань, Корея, вот, которых мы обычно как бы так уличаем в том, что они подсуживают своим. Ну, подход не засчитали. Ну что ж, вот и потихоньку выходят уже и главные участницы. Выступила первым подходом на 123 килограмма Пимзери Сирикаев из Таиланда. 123, тот же самый вес, заявляет для старта Юлия Калина. Хотя раньше она собиралась идти 118. Понятно, что это борьба как раз за бронзовую награду. Однажды Юлия Калина уже была третьей на чемпионате мира. Было это в 2009 году. Но вот следующий чемпионат был не столь успешен для Юли. Только пятое место, но в этом году ей уже она уже выиграла чемпионат Европы для тех, кто до 23 лет, ну и пора ей уже переходить в другую группу. Сейчас любопытный будет спор между Юлией Калиной и Пимзери Сирикаев из Таиланда. Конечно же, еще опасно Джо из Северной Кореи, у которой есть результат 95 килограммов, и которая толкать собирается, начинать с веса 127. Ну, посмотрим. Мы видели, что представители Северной Кореи здесь, на этом чемпионате, не могут похвастаться излишне хорошей готовностью. Выступают неровно. И до своих привычных высот в личном споре им дотянуть очень и очень непросто. Вот сегодня Джо, например, понимая, что она борется за тройку, первым подходом сходила на 95, дважды ошиблась на 101 килограмм. Поставила себя в тяжелое положение в борьбе с Юлией Калиной и Пимзери Сирикаев. Юлии Калине она проигрывает 5 килограммов. Соответственно, Сирикаев 4. Но начинает она толкать со 127. И судя по ее предыдущим результатам, вроде как для нее эти веса вполне нормальные и привычные. Пока она еще в этом упражнении не выходила на помост. Ну, а пока Настя Новикова, 125. Это тоже, я надеюсь,
Давайте. Да, очень хороший подход на 125 килограммов Насти Новиковой. Этот чемпионат мира отборочный. И здесь первым подходом отборочный на Олимпийские игры в Лондоне. Здесь первым подходом нужно гарантировать себе, с одной стороны, медали и столь нужные очки для сборной Белоруссии. Что и делает Настя Новикова, отправляясь первой попыткой на 125 килограммов. Я все-таки хотел бы увидеть спор Насти Новиковой с Ли Ксюенг из Китая. Хотя это будет и непросто. Вторая попытка у представительницы Колумбии Жаклин Хереда Кеста, который, кстати, тоже 95 в рывке. То есть 5 килограммов она проигрывает Юлии Калина. Но по этому подходу, кстати, у нее есть резерв перед третьей попыткой. Еще добавить она вполне может. Интересно, почему центральный рефери зажег красный фонарь? Потому что на этом повторе увидеть эту ошибку невозможно, но рука, по всей видимости, потянулась. На 127 килограммов представитель Колумбии пойдет третьей попыткой. Что заявила Настя Новикова? 130. То есть она даст возможность выступить китаянке первым подходом на 130 килограммов, потом пойдет на этот же вес. Но прежде 127, как и было заявлено раньше, представительница Северной Кореи Джо Пок Янг. Вот по этому подходу и попытаемся определить, насколько готова сегодня Джо Пок Янг. Ну, как вы думаете? Я думаю, что если 127 килограммов удастся толкать Джо Пок Янг, то это будет уже феноменальный успех. Ну и вот еще одна представительница Северной Кореи. Джон, которая, конечно же, гораздо более именита, чем Джо Пок Янг. Она привыкла быть следом за китаянкой Ли Ксиинг. Вот так случилось на последнем чемпионате Азии. Была она однажды и третья на чемпионате мира. А однажды это было в прошлом году. Вот кого мы, конечно же, будем считать главной соперницей Юлии Калина на пару с Пимзири Сирикаев. И подход на 127 килограммов был очень убедительный в исполнении Джонг. Но ей нужно отыгрывать 5 килограммов. И смотрю, по собственному весу Юли Калина еще и легче. Если Юли Калина
130 килограммов затолкает второй попыткой, то кореянка Джонг должна будет толкать 136. А это уже гораздо больше, чем 127, что мы видели. Продолжает неожиданно, то есть неудачные подходы Джо Пох Хьянг из Северной Кореи. Как под копирку. Видите, не может второй раз подряд взять на грудь штангу весом 127 килограммов. Джо. А вот и третья попытка колумбийки Жаклин Хередия Куэста. Когда решила Хередия Куэста пойти на третьем подходе на 127 килограммов, понимала она, что за призовую тройку все помыслы она оставляет. Итак, вот сейчас еще будет подход Джо из Северной Кореи, и начнется главный спор в этой весовой категории до 58 килограммов. Джоже очень близка к нулевой оценке. Просят зрителей подбодрить Джо. Третья попытка, во всяком случае, Джо смогла взять этот вес на грудь, но толкать не удалось. Вот и нулевая оценка в этой весовой категории. Единственная. И в компанию может только лишь китаянка Ли Ксиинг отправиться, но очень маловероятно. Видите, на 2 килограмма уменьшила стартовый подход китаянка Ли. Собиралась начинать 130 килограммов, но она начинает 128. Все-таки у нее есть преимущество над Настей Новиковой. 2 килограмма в рывке. Ну, блестящий подход. То, что она и 10 килограммов может еще прибавить, судя по этой попытке. Такой подход устрашения для Насти Новиковой, чтобы она ни в коем случае не пыталась даже думать о том, чтобы побороться сегодня с Ли Ксиихин. Ну, посмотрим. Настю так просто не испугать. Тот же самый вес, 128 килограммов на штанге. Ну и вторая попытка для Юлии Клина. Подход просто необходим Юлии Клина для того, чтобы попробовать остаться в тройке. Без этого просто нельзя. 128 килограммов она обязана затолкать.
Ей нужно отправить китаянку Джонг на плюс 5 килограммов, то есть на 133 как минимум. Плюс еще разница по собственному весу, то есть даже 6 килограммов придется Джонг прибавить. Ну а Пимзери Серикаев всего лишь килограмм проигрывает. Кстати, легче еще Юлии Калина. Так что 128 обязательно. Денис Готфрид, чемпион мира, выводит Юлию Калину. Он на помост. И вновь с груди не толкает украинская штангистка этот вес. Пока третья в сумме Юлия Калина, но ее соперницы имеют подходы в запасе. Это прежде всего Пимзери Серикаев, который имеет две попытки. Ну и кореянка Джонг, которая также имеет два подхода. Теперь уже спор за бронзовые награды, я думаю, что будет происходить между Тайкой и Джонг. Я думаю, что результаты Юлии Калины уже не в расчет не берут. 129, заявляет Серикаев, и вот она на помосте. Плюс 4 и собственный вес. То есть 5 килограммов нужно будет прибавлять кореянке. То есть если этот подход будет удачный для Серикаев, Джон должна будет идти 134. Не просто трясло, как говорится, Пимзери Серикаев по штанге весом 129 килограммов, но фиксирует. Увеличить будет сложно тайской штангистке. Ну что ж, что будет делать Джонг? Это заявка тайского тренера. Джонг пока 131. Без изменений. Ждем Настю Новикову, которая выходит на 129. Ну что ж, Новикова этим подходом ответить китаянке не могла, потому как она по-прежнему расположена на второй строчке. Ну, ее, смотрите, поджимает и Серикаев, и поджимает очень опасная Джонг Чунми. Джонг не переносит. Идет на 131 килограмм. Не очень понятное решение. Сейчас Джонг пятая. Она хочет переместиться лишь на одну строчку вверх. Неужели она не думает о медалях? Либо третий подход для этого есть.
Шумби pour se présenter à son deuxième essai. On a fait pas du tout. Et on peut l'encourager. По всей видимости, в Северной Корее к олимпийским очкам относятся свято. И, конечно же, вот этот поход на 137 килограмм для команды необходимый. Ну, а для Джонг... Ой, я думаю, что вот с этим связано. Связано с тем, что 137 килограмм, по всей видимости, для Джонг сегодня практически нереальная тяжесть. Заметно на повторе. Давайте посмотрим. Мне кажется, что на ногу все-таки не упала штангой. Здесь не очень видно. Нет, это только какие-то повреждения в внутренних мышц. Но физического контакта не было. Ну что ж, китаянка, лидер наших соревнований, Ли Ксиинг, вторая попытка, 131. Кажется, даже можно не смотреть, судя по первому подходу на 128 килограммов. До мировых рекордов, правда, ради еще далеко. 141 мировой рекорд. Взрывы в зале, не пугайтесь. В это время здесь, в Диснейленде, традиционный салют. Я думаю, что... По ходу наших трансляций этот салют войдет в нашу и телевизионную трансляцию в том числе. Ну что ж, пока первая китаянка, вторая Настя Новикова и третья Пинсери Серикаев, которая идет на 137 килограмм. Видите, она хочет обойти Настю Новикову. Подход на 129 для Пинсери Серикаев был непростым. А вот смотрите, а сейчас легче. Легче. 130 килограммов поднимает, фиксирует третьей попыткой тайская штангистка. Набирает 230 в сумме и ставит Настю Новикову в непростую ситуацию. Потому что и Насте было тяжело на штанге весом 129 килограммов. А тут еще и... Нет, ну больше уже никто, я думаю... в эту компанию не попадет, потому как Северной Кореи Джонг идет третьей попыткой на 130 килограмм и не собирается повышать этот вес. А Настя Новикова, это третья. Вот так вот, видите, не спеша, Пинсери Серикаев дотянулась до белорусской штангистки. Ну, я думаю, что здесь было уже все понятно. После второго подхода. По одной попытке есть у Ксюинг Ли и у Насти Новиковой. Ксюинг Ли первая, идет на 133 килограмма.
помните, в рывке плюс 2 у китаянки. Настя Новикова заявила 135. При том, что внешне так легко поднимает Ли, почему она идет на 133, лишая себя последней возможности? Сейчас 135 килограммов возьмет, да и Настя Новикова затолкает. И что будет делать Ли? Ей нужно идти на килограмм больше, 136, потому что 2 килограмма она проигрывает в рывке, ну и Настя Новикова чуть тяжелее. Так и есть. 136 заявляет для третьей попытки Настя Новикова. И если этот подход будет удачен в Настином исполнении, то обойдет на китаянку и станет чемпионкой мира. Ну вот как раз абсолютно спокойный Настин взгляд и во многом испуганные глаза белорусских тренеров, понимая, что от этого подхода зависит, станет ли Настя Новикова чемпионкой мира или останется на третьем месте. На третьем. Второй подход был непростой для Новиковой на 129. И при этом, смотрите, третьим подходом Настя Новикова легко 136 килограммов берет на грудь и толкает, видите, только один судья, зажег красный фонарь. Что у нас там говорят? Члены жюри. Молодец. Считают подход Насти Новиковой. Вроде как никаких изменений не предвидится. Настя Новикова становится чемпионкой мира. Феноменальный подход. Я, честно говоря, боялся, что она вообще останется на третьем месте, а не будет второй. А в прошлом году ей обыграть китаянку не получилось, а сегодня, пожалуйста. Тогда, правда, в рывке она ушла в отрыв, ну а во втором движении позволила себе проиграть. Сегодня, видите, вот этим подходом на 136 килограммов Настя Новикова за полгода до Олимпиады отправится в Лондон с титулом чемпионки мира. Добавив их своим громким названием, как трехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Пекина, ну и так далее, и так далее. Дважды Настя Новикова имела серебряные награды на чемпионатах мира в 2007 году и в 2010, соответственно, но чемпионкой мира она становится впервые. Вот такой неожиданный во многом расклад в этой весовой категории до 58 килограммов. Смотрим итоги в одном движении. Настя и здесь получит золотую медаль, Ли вторая и Серикаев третья. Что касается результатов в рывке, то тут китаянка первая, второе место у Насти Новиковой и серебряная медаль. И третий результат у Ромеллы Бегай, выступавшей в группе «Б». Ну, а что касается общего и главного зачета суммы, то здесь Настя Новикова номер один. Вот и она. Итоговая сумма 237 килограммов в исполнении Насти Новиковой. Китаянка Ли Ксиинка 236. И второе место, и третий результат суммы 230 килограммов у Пимсери Серикаев. Увы, но Юлии Калина за счет двух неудачных подходов на 128 килограммов не удалось занять третье место, хотя она была и очень близка к этому. Видите, только на четвертой строчке Юлия Калина. Ну что ж, на этом все. Я Дмитрий Чуковский. С вами прощаюсь. Сегодняшний день в рамках чемпионата мира по тяжелой атлетике подошел к концу. До завтра. Всего доброго.